Парусные регаты на фоне исторического здания Жигулевского пивзавода. Картина, знакомая каждому самарцу. Это одна из самых известных работ живописца Юрия Филиппова. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. На выставке, посвященной юбилею со дня его рождения, главный гость – вдова художника. Рассказывать с альбомом и карандашом Юрий Филиппов не расставался. На первом месте для него всегда было творчество. Импрессионисты, особенно последние десятилетия, это его любимейшие художники. Когда мы были в Париже, в Париже тоже была персональная выставка, там приобрели огромный каталог Сезанна. И он буквально не расставался с этим каталогом, постоянно его смотрел, листал. Он очень любил импрессионистов. Ширяевские штольни, зимние улочки и виды Волги. Любимым жанром Юрия Филиппова был пейзаж. Заслуженный деятель искусств России, лауреат губернской премии. Он обучал основам живописи студентов и написал множество книг об искусстве. Работы Юрия Филиппова горячо любимы и в стране, и за рубежом. Его картины есть в лучших коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея, а также выставляются во Франции, Израиле и Индонезии. В художественном музее Самары их можно увидеть до 24 сентября. Всего на выставке порядка сотни картин Юрия Филиппова. Творческий путь длиной более чем в половину века. Самый ранний из представленных здесь работ написаны в конце 50-х годов, самый поздний – в начале 2000-х. В целом же автор создал свыше 1000 графических и живописных произведений. Главным источником вдохновения Юрия Филиппова был прирожденный оптимизм. По словам его друзей и близких, художник никогда не терял бодрость духа и даже в самые сложные моменты стремился поддерживать окружающих. Этот человек обладал невероятным чувством какой-то радости жизни, понимаете, вот какой-то гармонии с миром. Он всегда поддерживал, он всегда внушал, передавал частичку своего оптимизма. Все проявлялось и в его живописи. И вот вы когда входите в этот зал, и вы посмотрите вот на эти работы, вы почувствуете какое-то, вот понимаете, дуновение чего-то тепла, чего-то хорошего, радостного. Первый снег, вода. Такая уже остывшая, темная. Разные мысли всегда навевает, но всегда такое что-то задумываешься, какое-то умиротворение на душе. Картины Юрия Филиппова горожане смогут увидеть и за пределами музейного зала. Их планируют разместить на рекламных конструкциях в рамках городского проекта «Шедевры живописи любимой Самаре». Алина Чемерес, Василий Колдашов, «События».